Всем привет, дорогие подписчики! Как я и обещал, сниму второй ролик по Melon Playground. Короче, это такая игра, сейчас я буду делать на нее обзор. Давайте не будем затягивать, обязательно ставим лайки, подписываемся. Моя цель 1000 подписчиков. Ну, пока что. Ладно, давайте начнем знакомство вот с этих челиков. Здесь у нас есть мелон. Вообще, мелон — это дыня по-английски или как-то. Пампкин — это у нас тыковка. Сейчас. И вот такой вот человечек корн. А кукуруза. Ну и Apple также. Также, не знаю, в оригинальном мелоне есть. Есть робот, человек-кактус, лоджер, шарк, акула. И какая-то клетка для морской свинки. Да. Теперь у нас из оружия. Здесь есть всякое оружие. Это холодное оружие. Ну вот меч. А, я, конечно, не буду сильно кровожадным, но... Что будет, если мы сделаем вот так? Ну, да, как и ожидалось. Вы этого не видели. Так, ладно. Ну, короче, можно всячески атаковать его мечом. Вот, все. Меч поставим. А также у нас здесь есть огнестрельное оружие. Также мне нравится вот этот вот калашик. Это АК-105, по-моему. Да. Она, кстати, даже стреляет сейчас. Этого тоже уберем. Сейчас можно их развернуть. И давайте посмотрим. Смотрите. Здесь такие кнопки. Все. Мы победили своим врагам. Также мелон его может взять в руки. О, все. Мелон может стрелять. Ладно. Также у нас здесь есть оружие типа гранат. Есть вот такая вот гранатка фугасная. Она тоже, кстати, взрывается. Подсоединим чеку. Да. Реалистично. Ну, есть дымовуха. А, и также у нас есть флеш-граната. Также у нас есть флешка. Ой, давайте ее просто так протестируем, а потом протестируем ее на мелоне. Это ослепляющая граната. Она не звуковая. Ну, вот ставим его. Ну вот, пожалуйста, у него глаза, что у него с глазами, они белые какие-то стали, сейчас заглядывать не будем. Также можно его одеть. Так, можно управлять временем, это убрать последнее действие. Так, сейчас. Это у нас замедленная съемка, вот. Да. Это у нас вообще остановить время. В общем, тут много чего можно делать, Ну, конечно же, ладно, давайте его как-нибудь по-простенькому оденем. Тут есть много разной одежды, и военного, и всякого. Ой. Но самое главное — это одеть его поприличнее. Пожалуйста. Типичный я по дороге в школу. Также тут у нас есть парашют, но его можно использовать и как рюкзак. А ну, конечно же, скафандр. Скафандр. Все, я в школу иду. Короче, сейчас мы на него заново парашютик этот оденем. Так, поднимем на какую-нибудь высоту. Ну вот, протестируем сейчас, наверное. Так, вот. Да. Ладно. Так. Также у нас здесь есть вот такие вот штуки по поводу ракетного движка. И есть также плита. Ой, и... что это? Что-то кнопка у нас. А, ну отлично. Так, ракетный двигатель работает вот так. Машины! Здесь есть транспорт. Есть вот такой вот джип. БТР. А, да, самокат, скутер и БТР. Ими... Их можно завести, он поехал по своим военным делам. Также можно стрелять. Вот, пожалуйста. Ой. Сам на автомате, что ли, стреляет? Скутер. Да. И джип. Тоже можно завести, поедет. Даже у них у всех реалистичное разрушение.
Самое главное, что в них можно людей посадить. Все. Мой папа поехал на работу. Да, не доехал. И как-то пытаюсь его чего-то каталожку скоро затащить-то. Да, ой. Ой. Так, вы этого тоже не видели. Тут ничего не было. А, ладно. В БТР тоже можно его посадить. Блин, тут дофига всяких фишек-то. А вот сюда вот может посадить. Или вот сюда вот. Чтобы здесь постреляем. А, ну. Чё, поехали! Не, не поехали. Застряли. Видишь? Мы с тобой застряли. Тот самый я по дороге в школу. Не надо! На наш гироскутер тоже можно его посадить. Вот так вот. Погнали. Он улетел. А, ну, самого его я вижу. Скорая. Где он? Да. Самокат отправляется в полет. Приятного всем полета. Это не серчайте, это у нас тут просто пассажир один непослушный был. Ладно. Так, с транспортом разобрались. Медицинская помощь. Компудахтер и бинт. Давайте попробуем кого-нибудь забинтовать. Допустим, в реальной жизни сделать. Вот, все. Ранение в бошку. И не только в бошку. Человек и сдох. Но мы его можем вылечить. Пэйм. Сбей набор джели-джем. Давайте его добьем. Скажем так. Потому что был непослушный. И боженька его так наказал. Ну! Счастливого полета! Ладно. Не будем сильно над ним издеваться. Также тут можно строить. Самые простые штуки в мире. Давайте построим домик какой-нибудь. Ага, так. А, так, самый простой дом в мире, это у нас вот этот. Это у нас вот этот. Сейчас, погодите. Так. Фриз. А, я так понимаю, если я вот это вот удалю, да, у нас будет здесь маленькая дверочка, из которую Мелон будет заходить. А, ну, короче, как-то так. Самый простой дом, который можно либо было когда построить. Когда-нибудь. Плиту ставим, конечно же, второй этаж. Реально второй этаж. Так, поставили, сюда поставили. И на втором этаже у нас пусть будет гантелье. Я только что удалил гантелью. Фризим. А, и будет... Что у нас будет? Стул. Все, что будет на втором этаже. А, ну, это тоже мы сюда положим. Короче, какой-то такой домик у нас получился. Да, это, конечно, не мой коттедж в Майнкрафте. Я его немного апгрейдил там. В следующем ролике покажу. У нас вот эта вот штуковина такая. Называется она бомба-липучка. Точнее, правильнее. Ладно, мы с вами посмотрели просто приложение для копирования, и здесь я скопировал парочку байтиков. Да.
Баг, работающий только на моей версии. Прикольно. О, как хорошо мы покатились с вами. Да. Самый лучший баг, который может ли быть когда-то в жизни у человека. Блин, господи, как тебя разломать-то? О, все. Ладно, короче, пора заканчивать ролик по моему плейграунду. Всем спасибо, всем пока.